Привет, на связи Катя. И сегодня мы с вами будем снимать столовые приборы. Почему столовые приборы? Потому что они довольно сложные. Чаще всего они хромированы и имеют зеркальную поверхность. Поэтому давайте с вами начнем. Нам понадобится всего лишь один источник света и фрострама. Здесь у меня источник света с рефлектором и сотами, чтобы наш пучок света был максимально направлен на нашу сцену, кстати, которую наблюдать вы можете на Live View. Там наши прекрасные вилка и нож. И для того, чтобы сделать красивое отражение в наших приборах, нам нужно всего-навсего поманипулировать источником света и фрострамы. Давайте этим и займемся. Что будет, если мы с вами поднимем, опустим нашу фрострамму? Вы видите, вот очень хорошо на ноже видно, как меняется блик, как меняется отражение. Но чтобы покрыть еще и вилку, потому что она у нас изогнутая, нам нужно немножко нагнуть и нашу фрострамму. Я ее совсем чуть-чуть ее наклоню. И давайте посмотрим, что будет. Также мы можем опустить. Вот вы видите, насколько у нас начинает покрываться вилка светом. И поднимаем. Так меняется наш свет. Но мы также можем манипулировать этими бликами при помощи нашего источника. То есть двигай вот взад-вперед, вверх-назад. Давайте тоже с вами посмотрим. Вот мы его отодвинули. Вот мы его с вами придвинули. И я хочу, чтобы у нас был какой-то небольшой градиент на ноже, например. В целом, по пилотному свету мне нравится, как выглядит сейчас. И давайте мы сделаем кадр и проверим. Смотрим. Да, мне очень нравится, как выглядит сейчас картинка. Такая, она довольно нуарная, я такое очень люблю. В целом, на этом все. Но мы добавим еще немного отражателя, чтобы у нас чуть-чуть больше была освещена наша с вами сцена. И плюс добавятся еще некоторые блики, особенно на вилочке должны быть. Поставлю вот здесь вот где-то отражатель, можно его в руках держать, и сделаю кадр. И сейчас мы посмотрим с вами до-после. Вот до, вот после, до-после. Но у нас появился не очень красивый блик вот здесь, но мы сейчас с вами... просто поставим под другим углом источник. Не источник, а отражатель. Будем смотреть с вами. Вот так его не должно быть. Проверим. Да, наш некрасивый блик исчез. И мне это нравится намного больше. На этом все, наша фотография готова. Нам необходим всего один источник и одна фрострама, которая будет как раз формировать вот эти блики на наших приборах. Вы можете так снимать все, что угодно хромированное. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видеоуроке. До встречи!